на доброе здоровье. Огурец красив, огурец вкусен, огурец обладает свежим прекрасным запахом. И в нем огромное количество воды, 95%. Фактически источник воды. И это прекрасно, потому что он дает нам эту воду в таком вкусном и красивом виде. И огурец, разумеется, почти не имеет калорий. В огурце, да, есть глютаминовая кислота, которая обеспечивает разные процессы в нашем, в наших нейронах головного мозга. И есть такое вещество, которое называется аргинин. Аргинин – предшественник окиси азота, НО. НО действует внутри нашего организма на сосуды. Вот все, что осталось от огурцов. Мгновение ока причем. Мгновение ока. Вот, НО, вот этот окись азота действует на наши артерии и вызывает их расслабление. Важнейшая часть жизни нашего организма, которая помогает нам держать артериальное давление на нормальном уровне, не повышая его. Вот такой этот...